сел. Едем на замке. Сучан, брат. Сестра. Андрей Рахимович, проводник. Водитель, да, и водитель. В общем, человек и пароход. Племянник. Подтравливает, ты можешь найти место пробития, засунуть туда жгут из ремкомплекта. Да ладно! И в принципе все. Если она у тебя пробила так, что надо жгут засовывать. А у тебя бывало такое? Нет. А если она спущена, ты уже не накачаешь? Ну да, возможно, согласен. Нет, если не распортировать, накачаешь. Но если распортировал, ты... Да, ты ее не наденешь уже на опыт. Давление нет, чтобы ее Врангель, Береговая, проезжаем. Пожарная Каланча. Дальше текст, что здесь в поселке Первостроителей колония с правителями. Поселок Первостроителей, да. А твоя ахинея, кстати, это неплохой контент, как вот прошлое видео с Сашей Искандером мы записали. Я очень много комментариев положительных получил именно за Саню. Ну, ты тогда давний гость на моем канале, тебя все знают, а вот Саня, он многим полюбился, многим понравился, и они его очень высоко оценили, хотя он нес такую ахинею, по сравнению с которой твоя, это просто да, хорошо, детский так, любимый. Тогда я буду комментировать. Да, ты будешь комментировать. Что люди соскучились, и нечто абсурдное может казаться чем-то новым, таким, ну, увлекательным. Да. Я помню, в 2018 году мы ехали здесь с
двумя моими спутницами, которых ты видел на педании. Успокой. Наша задача подъехать ближе к городу Атланта. Площадка, место для остановки. Выйдем сюда. Выбираем место для парковки. Смотри, тут не тропиночку надо. Нет тропиночки? Я не вижу. Я думаю, что тут мало... А, есть вот какая-то была вон туда. Где-то вот тут. Приезжали. Решили запарковаться здесь. Нашли удобное место. Пойдем отсюда. Небольшая морось, как и планировали по прогнозу. Можно было брать еще выше. Ну, всегда можно брать выше, да? Что тебя не устраивает в резине? Что-то маленькая какая-то. Маленькая, да? То есть не гармонично смотрится, да? Да нет, сюда бы и больше где-то. Ну ладно, и что там неизвестной обстановки? Ладно. Анализ. Вот она старая резина. Вот я ставлю. Вот. Вот я ставлю. Но она больше. Но она не нагружена. А под нагрузкой, может быть, она будет такая же. Конечно, больше. Ну, немножко больше, да. То есть у нее сами эти проценты высоты, видимо, она больше. Шире. Ладно, тогда, короче, надо найти бушную резину для проезда к старику. Так, вот что мы купили. Это конфеты мюсли. У Андрея такие же, но с глазурью, с шоколадной. Шоколад Победа, чипсики, такие, йогурт белый. Так, и мы начинаем поедание всякой пищи цивилизации, всякой гадости. Давай попробуем. Хотя человек должен готовить себе еду сам. Повар, какова твоя профессия? Желательно, да. Но покупать ингредиенты готовые. Ну, ты покупаешь ингредиенты как можно чище, потом ты облагораживаешь их собственным приготовлением. Ну да. А тут... Сейчас перекусим и пойдем вот по этой тропе. Начали восхождение в сторону замков или города Атлантов. Я пока еще не понял. Подцветает. Рододендрон уже не встречаются практически его цветки. Но зато пышут эфирными маслами. Перетертые, недоферментированные остроконечные листочки его. Камера, конечно, этого не передает, но запах очень благостный, ароматный. Туда никто не ходит, на этот чудесный камень. Прекрасный молодой весенний дубничок, но уже по-летнему горячо, жарко даже. Ну, идем в горы, естественно, кровь перегоняя через печень. Печь нагревает нас. Вот такие цветочки встречаются. А вон тот камень, который был нами встречен в одном из походов к замкам. Да, я помню это место. Ну, вот он, рододендрон, доцветающий, уже увядающий. А это я думал, что какая-то змеиная кожа. А это просто корни. Экспедиционная муравьи Канабеева. И вот такие цветочки.
что скалки встречаются нам на пути. Собака тоже такая терпеливая, она. Вот этот лишайник. Я видел, как вот этот лишайник прям собирают люди в мешок. И вот этот вид. Он похож на древесные грибы, так, я так понимаю, по вкусу, если его приготовить. Интересно. Он похож на древесные грибы. А я думал на морскую капусту. Я думаю, на древесные грибы. Так. Да, можно. Давай. Я тоже сяду, перекушу. Засиделись, пробираемся на скалик, на какой-то выступ. Вот видно туман, здорово, пыль, точнее превращенная в пар вода продирается сквозь. Да ты что, дубовые яблоки сейчас оценим. Смотри на дереве. Да, интересно, что это значит? Hey, Apple! What? Knife! Huh? Oh! Никогда такого не видел. Отличительные признаки, это если ты находишь где-то вот на склонах кусочки кварца. Да. Просто там поломанные какие-то кусочки. Это значит, что тут где-то были кварцевые жилы рядом. Ага. И там надо искать. Ищем черный кварц или марион. Проясняется, видно железную гору или какую-то такую гору. А, нет, это гора Арсения, наверное. Да, если нам повезет с погодой, сделаем. Да, господа альтернативщики, ваше мнение. Место должно быть не такое. А где сам замок? А я сюда не ходил. Да? Куда ты, тропинка, меня завела? Нам сюда надо. Кто знает, кто знает. Что мы здесь найдем? Кто мы такие? Куда мы идем? И откуда пришли? Вот здесь, видишь, город мини-атлантов. Это город атлантов на минималках. Пожалуйста. На безымянной высоте. Да, в общем, мы заплутали, но мы уже вышли обратно на тропу. А там,
получается, тропы другого куда-то и нет. Вот пока идешь, пока никто не нюхает, не спустит он туда. Все, вернулся с похода, немножко утомились. Сейчас я уже в городе, а завтра, точнее вечером будет праздник. Находке сколько-то лет, юбилей. Вот. Немножко мы заплутали с Рахимычем. Последние шаги нашего похода, но нормально, все вышли. Всем спасибо за внимание, пока.